Всем привет! С вами Ирина. Давно уже просили показать орхидею-деленку, которую мы с вами разделили. Ну, что я хочу вам сказать. Как таковых изменений в плане там роста, к примеру, у низа, я абсолютно никакого изменения не заметила, кроме того, что мы растим только корешки, и больше никаких сдвигов у нас не происходит. Мы с вами ее недавно пересаживали в больший горшочек, так чтобы заполнить верхний слой корней корой. И пока что она стоит без изменений. Верхняя же наша часть, она очень активно также растит корни. Корней очень много. Смотрите, что у нас здесь происходит. Корешки растут, чувствуют себя хорошо, но, как обычно, цвести мы не хотим. Листики у нас особо вот как есть, так и не восстанавливаются. Вот эти два нижних листика, даже после полива они не очень хотят восстанавливаться, потому как у этой орхидейки вы видите, насколько активно пошел рост корней, как эти корешки уже подросли. Так что пока что больше никаких изменений у этих орхидей я не вижу. Поэтому я думаю, что следующее видео про разделенную орхидейку будет уже именно тогда, когда уже пойдут какие-то изменения. Потому как очень много вы задаете вопросы, покажите, а как она себя чувствует. Ну, как бы показывать одно и то же и переливать воду из пустого в порожнее, ну, как-то, не знаю, ну... Я считаю, что это как-то неправильно, что ли. Так что я думаю, что следующее видео я обязательно сниму, но как только пойдут какие-то изменения. То есть рост корней у нас есть, листик у нас растет, чуть-чуть поджарился на солнышке кончик, потому как я поставила на стеллаж на самую верхнюю полочку, а там есть полный доступ солнышка. Так что я обязательно вам покажу дальнейшие изменения. Ну, все, спасибо всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч. Пока-пока!